Новый центр науки и культуры откроют в Новосибирске в ноябре. Дом да Винчи будет посвящен творчеству знаменитого художника и ученого эпохи Возрождения. И сейчас в Министерстве культуры обсуждают идею создания второй подобной площадки. У нас есть потрясающий образец служения науки и культуры. Это Михаил Лаврентьев. И, конечно, нам очень хочется сделать дом Лаврентьева. Так появилась вторая точка. Коттедж академика, где мы обязаны сделать современные залы с виртуальными выставками, со связью международной, чтобы хотят из Швейцарии, хотят из Штатов, из Китая с нами связывались бы и ученые, и деятели культуры, и, конечно, наши выпускники. Появятся и другие площадки. Уже идут переговоры о создании в Академгородке Центра современного искусства «Котельная». Детали проекта пока не раскрывают, но уже есть частный инвестор, готовый вложить в него деньги. Новый сезон в этом году в Новосибирской области открывают с лейтмотивом «Культура – это космос». У горожан появятся новые возможности. Так, с 1 сентября записаться в областную библиотеку можно будет через портал госуслуги. Кроме того, регион поддержит культурные учреждения, пострадавшие из-за простоя во время пандемии. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.